Всем привет! Вы на канале Top Nails. Впереди весна и хочется уже чего-то яркого и милого. Сегодня буду покрывать ноготки лавандовым матовым. Ну и, конечно же, дизайн. Милый единорог и инкрустация камнями. Для того, чтобы выложить прозрачные стразы на ноготь, я делаю градиент из лавандового в небесно-голубой. Сочетание очень красивое и волшебное. Тонкой кистью небрежно смешиваю цвета, чтобы они подружились. Для градиентов, а у меня кисть от фирмы Noob, мелкими движениями сверху вниз тяну волну, не прерывая ее. Обязательно дотягиваю до конца, чтобы не было резкого перехода. Для того, чтобы инкрустировать весь ноготь стразами, достаточно одного слоя градиента. Сушу в лампе и покрываю этот ноготок базой средней густоты. На непросушенную базу выкладываю прозрачные стразы, периодически чередуя их со стразами разного размера и цвета. Время от времени просушиваю в лампе, чтобы стразы не разъезжались. На левом безымянном рисую единорога. Белым гель-лаком навожу мордочку, туловище и лапы.
оставляю место для гривы. Сушу в лампе 15 секунд. Голубым гель-лаком рисую гриву и сушу 15 секунд. Черным гель-лаком тонкой кистью навожу контур, прорисовываю мордочку. Сушу 15 секунд. Лавандовым прорисовываю рог, сушу 15 секунд и черным гель-лаком навожу контур. Сушу весь рисунок в лампе 30 секунд и покрываю топом. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всем хорошего настроения, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Ирина Брилева.